Областной смотр-конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов проводится раз в 4 года. Ансамбль домристов «Калинка» детской музыкальной школы имени Балакирева принимал в нем участие уже несколько раз и занимал призовые места. В этом году музыкантам присудили звание лауреата первой степени. Если посмотреть, например, как вот они выходят даже на конкурсах разного уровня, то есть ранга мы выступаем на конкурсах, то выходят они такой гордостью. И очень рады, когда аплодируют, аплодисменты звучат. И, конечно, мы, преподаватели, и дети все очень счастливы. К выбору репертуара руководитель подходил тщательно. Конкуренция на конкурсе жесткая. И нужно было наилучшим образом подчеркнуть все сильные стороны саровского коллектива. В итоге «Калинка» исполнила 5 произведений. В составе коллектива и взрослые участники, выпускники музыкальной школы и преподаватели, и дети, ученики 3-8 классов. Некоторые из них занимаются в ансамбле только полгода. И достигнутый успех на областном смотре стал для юных музыкантов первой серьезной победой. У меня было легкое волнение, но тем не менее я собралась и выступила со своим ансамблем. Такая победа, по признанию участников, была бы невозможна без взаимовыручки. Ансамбль – это единый организм, в котором музыканты связаны невидимыми нитями. Мне нравится выступать в нашем коллективе. Здесь тебя могут поддержать, и здесь ты одно целое со своим ансамблем. В планах у ансамбля домристов «Калинка» выучить новые произведения, организовать концерты, выступить на других конкурсах и покорить новые вершины музыкального олимпа. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.